Обновленная больница с радостью открыла свои двери для маленьких пациентов. Педиатрическое отделение рассчитано на 60 коек. Здесь проходят лечение дети не только Одинцовского района, но и ближайших территорий. Взрослым очень хотелось создать для детей максимально комфортные условия. После ремонта стены нашей больницы стали новыми, чистыми, светлыми. Но им не хватало души. Изображения любимых детских героев из мультиков вдохнули новую жизнь в стены больниц. Детки каждый день смотрят и радуются, получают положительные эмоции, заряжаются на выздоровление. Изображения персонажей отечественных мультфильмов украшают входную группу и игровую комнату. Кстати, здесь появилась стена Эмоджи, которая знакомит малышей с миром профессий. Ну, друзей у меня здесь очень много. Больница, в общем, хорошая. Стены яркие, солнечные. Рисунки здесь любимых моих мультфильмов. Стены больницы заиграли новыми красками, а родители уверяют, что дети стали чаще улыбаться. Все-таки лечебные процедуры не всегда бывают приятными. Посмотришь на богатырей из одноименного мультфильма, и силы сразу прибавляются. Здесь приятно находиться, очень светлые, приятные оттенки, чисто. Ребенку нравятся и новые рисунки, и игровая комната, то есть максимально для такого возраста, и у детей постарше, я по наблюдениям вижу, что все нравится. В планах теперь благоустроить прилегающую территорию, разбить цветники, чтобы прогулки на свежем воздухе приносили больше радости маленьким пациентам. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».